На сайте ГПУ появились анкеты добропорядочности запорожских прокуроров во главе с Александром Шацким. 1500 сотрудников утверждают, что не совершали действий, порочащих звание прокурора, которые могут вызвать сомнения в их объективности, беспристрастности и независимости. Приказ о прохождении проверки на добродетель выдал генпрокурор Юрий Луценко. Анкеты публикуются на сайте ГПУ вместе с декларацией об имущественном состоянии. В частности, Александр Шацкий заявил почти 400 тысяч гривен годового дохода, земельный участок 600 квадратных метров и квартиру в 186. Каждый гражданин может проверить правдивость изложенных данных и сообщить о фактах злоупотреблений и коррупции по тем или другим кандидатурам. Активных представителей общественности, предоставивших проверенную информацию, пригласят к работе в общественных советах областных прокуратур, пообещал Юрий Луценко.